Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий с демо-версии игры Король наблюдает. И король будет наблюдать за своими подданными, которые должны будут трудиться на тех участках, на которые будут назначены. И трудиться усердно, чтобы у нас было много ресурсов, чтобы могли мы много чего построить и защитить свое королевство. И, конечно же, своего короля. В общем, нас ждет стратегия, рогалик. Будем строить, развиваться и защищаться. Давай посмотрим. Хотя это все мы будем смотреть на английском, но на релизе уже будет русский. Я тут немножко поиграл. Сейчас доступен только один у нас король. Вот, я так понимаю, что... Это область, которая сейчас тоже доступна, деревня. Я вот буквально вот даже до половины не дошел, да? Четвертушечку, где-то так, осилил. Ну и то остановился. Думаю, достаточно, дальше уже вместе. Вот уровень, который доступен, а это будет чуть позже. В общем, что ж. Давай попробуем. Давай попробуем во всем этом разобраться, да? Итак, что у нас есть? Что у нас есть? Собственно, вот это наше королевство, где мы можем строить. Это зона, за которой наш король может наблюдать. Она пока такая. Ее можно будет увеличить со временем, для этого нужны будут ресурсы. Я, правда, вот это не проделал. Надеюсь, что я доживу до того момента, когда у меня будет столько золота. Я смогу увеличить свою область зрения. Собственно, это тропа, по которой будут приходить к нам враги. А это наш единственный пока что защитник. Есть область, где продуктивность возрастает нашей добычи, да? А есть где области, я так понимаю, что не очень... Не очень. Строить мы можем сейчас колодец, дерево, где будем добывать, собственно, его маленькое пшеничное поле, рынок, конечно, ну и хижина крестьянская, тоже небольшая, где мы можем их собирать, крестьян, и отправлять на защиту его величества и его... богатство. Стол исследований и школа магии. Я вот ни стол исследования, ни школу магии не открывал, не знаю. Будет, наверное, любопытно. Надеюсь, что понятно. Здесь мы можем управлять своей армией. Лимит юнитов можно увеличить. Сейчас 5, один доступный. Бараки, морали. Чем больше морали, тем больше у нас урон, который будем наносить. Здесь маркет, ну то есть рынок, где мы можем все обменивать, да, один к одному. Пшеница, да? Ничего себе, мука 1 к 3. За муку, мешок муки 3 слитка, я так понимаю. Это руда, это металл 1 к 3. Ну правильно, да? Обработанное это уже стоит дороже. Ну, ладно. Здесь какие-то королевские артефакты, которые, конечно, нам помогут с нашими врагами разбираться быстрее. Это мы можем убирать те здания, которые построили. В общем, нужно как-то все это очень-очень продумывать, чтобы все было выстроено так, чтобы приносило нам максимальную пользу. В общем, для начала я просто поставлю колодец. Вот колодец где-нибудь прям вот, вот просто вот здесь колодец поставлю. И чтобы здесь начали работать, бегать с ведрами, конечно, что нужно смотреть. Поле зрения я могу немножко вот крутить, вертеть, чтобы его как можно было полезнее для себя выставить. Пускай будет так. Запускаем. Все, работа пошла. Работа кипит. Вода из колодца поднимается, прям бурлит.
Здесь можно видеть, что добыча идет. У нас есть дерево, у нас есть пшеница, у нас есть мука, у нас есть руда, у нас есть металл, который из руды делают, да? Золото, глина, кристаллы, виноград, не знаю, зачем он мне нужен, вино и даже мебель мы можем делать. Что это делается, не знаю. Мебель может быть продана за динары. Да, ну, не знаю. В общем, валюта есть у нас динары. За нее мы тоже можем что-то покупать. Хорошо бы, конечно, уже быстрее был релиз, и быстрее бы было бы все понятно. Так, еще. Вот на этой линии мы можем видеть периодичность нападения врагов. Ну, гоблины, гоблины зеленые эти человечки будут на нас нападать. Здесь их один лучник, один такой себе, два здесь с мечами, здесь с луками, в общем, вот так, два-два, вроде как бы немного, а здесь уже ого-го. В общем, будем защищаться. А кто дальше придет, даже страшно представить. Я, кстати, могу сказать, что кроме гоблинов, вот этих вот обычных, ни до кого более серьезного не доходил. Так что будет любопытно, если это все получится. Итак, сейчас я уже могу лесопилочку, дерево. Может быть, сейчас я как раз дерево и... Вот. Значит, конечный ресурс 100 сейчас. И пшеницу я сюда направлю. Вот. Тут получается, добыча идет быстрее, да? Здесь идет на этом клеточке добыча быстрее. Вот за счет этого... Так, секунду. Торопиться не буду. Нажму на паузу. Мне нужно сделать то, что будет нас защищать. Здесь я могу рекрутировать. И это я сейчас, наверное, проделаю. Потому что один, ну один в поле просто не воин. Хотя бы два. Это просто крестьянин. Это мечник, а это просто крестьянин с серпом. Ну что он сделает про гоблин, против гоблинов? Хотя что-то должен. Ну, сейчас посмотрим, как они... Вот, ну, мечник просто, конечно, красавчика-крестьянина мы потеряли. Потеряли просто безвозвратно. Вот. Награда. Награда. Как же без нее, да? Динары 8. Чертеж строения. Значит, шахта производит руду. Кристаллы. Поле, пшеничное поле. Но пшеничное поле-то у меня есть. Есть? Есть. Или это другое поле? Ладно, я возьму, выберу шахту. И здесь у нас мельница, чтобы в муку все. И здесь у нас рынок, но это не надо. Давай-ка выберу мельницу. Ну, а, я не знаю, такая цена за золото, где мне взять золото? Ну, пока возьму, а дальше буду думать. И вот есть здесь карты пророчества. Карты пророчества, то есть я могу сам назначать себе врагов, которые будут приходить в ту или иную волну. То есть это первая волна, вторая волна, третья волна нападения. Но чем больше опасность, да, тем и вкуснее и интересней награда. Но пережить-то тоже это все необходимо. Вот за это нам дадут заклинание. Я, пожалуй, вот сюда поставлю. Ну, знаешь, не буду очень рисковать. Вот это вот другое. Артефакт какой-то, какой-то будет. Тоже почему бы и нет. И вот здесь тоже не буду уж сильно усердствовать. Прям на три тут нет. Знаешь, вот... Ну, вот это возьму. Ну, рискну. В принципе, рискну. Не знаю, надо к этому подготовиться. Награды закончились. Ребята пошли. Значит, крестьян пока нет. Я пока выберу... Так, вот что мне нужно сейчас?
Кстати, это маленькое поле, оно конечное. Вот если бы я взял то поле, оно было бы, я так понимаю, что оно приносило бы одну пшеницу, и оно бы было постоянным. В общем, ограниченный, лимитированный ресурс. Давай сейчас нацелимся на что? На шахту, на мельницу? Ну, реальность такова, наверное, что все-таки нам нужно построить сейчас больше... Может быть, стол исследования тоже интересно. Но, наверное, все-таки давай-ка пока вот это. Нам нужны солдаты, нам нужно войско, нам нужны вооруженные крестьяне. Поэтому пока что так. Пока что так. Я вот здесь как бы выстрою это все вот таким образом пока. Ну, чтобы сразу, если вдруг нападение, раз сюда, да, я буду воду добывать. Ну, не знаю еще, как это будет, раз или не раз. Кстати, вот еще. Ну, давай так поставим. Вот. Кстати, лимит я могу увеличить, но нужно дерево. Кстати, пшеничное поле сейчас закончится, мне нужно будет взять новое. Как раз, давай-ка, сразу же. Ну что, атака пошла, поэтому я сейчас переставляю вот это сюда. И поехали, сейчас еще крестьян, два лучника идут. Ну, мечника, я потеряю мечника, это, конечно, будет проблема. Для крестьян. Потерял, да? Наверное. В общем, заклинание. Что-то тут с рубкой, конечно, леса. Будь осторожен, да, есть шанс, что ты получишь вместо деревьев какой-то этот энд будет. А, на нас нападет. Значит, это лучше не рисковать. А вот это вот лужица, которая отхилит нас, да, получается? Вот эту лужицу я возьму. Вот здесь. Ну, это уже король занимается этим лично. В общем, две лужицы мы можем подхилить. Но, да, я потерял мечника. К сожалению, без потерь просто никак. Сейчас я вернусь, наверное, сюда на разработку. И я хочу посмотреть, что же такое будет рынок. Где его поставить, как это было бы более... Это что такое? Так, у нас лес. У нас лес исчерпался. А нам нужен он. Маркет. Хочу посмотреть, как это работает. Я, честно слово, вот не видел. А, давай-ка попробуем. Я могу менять... Вот, за золото меняю, да? И... А ну-ка, хватит заниматься. Надо серьезными делами. Нас ждет битва, а дальше будет битва еще серьезней. Я не думаю, что сейчас прям нужно хилить, но может быть уже и поздно это делать. Так, динары, артефакты. Какой-то этот бараний рог. Когда вы убиваете врага, то есть случайный юнит отхиливается, да? На 20%. Вот это и все? А, или это постоянное, наверное, да? А тут улучшение для лучников при старте каждой волны. А у меня лучников нет. Давай пока это возьму. Давай пока войско. Сейчас 7 гоблинов будет. Вот это будет бойня.
В общем, золото это хорошо. Золото это хорошо, а ресурсы, наверное, еще тоже хорошо. А что же мне сейчас бы? Что же мне сейчас бы? Давай как на шахту. Это я думаю, что это тоже в скором времени будет востребовано. Может, даже это время уже не за горами? Сколько для шахты надо? Дерево надо. Пшеница у меня есть, мне нужно дерево. Ну, пшеница сегодня есть, а завтра ее нет. Давай-ка, чтобы уже была пшеница. Так, шахта готова. Ну, куда мне разместить ее, эту шахту? Где это будет? Давай вот здесь вот попробуем. Как это все добывается? Ну, тут надо учитывать, что мне сейчас необходимо, да, и в каком количестве. Ну, пускай пока так. Пускай пока так. Я готовлю лужу, потому что она уж точно будет, наверное, нужна. И, кстати, знаешь, что мы готовим? Мы сразу готовим вот это. А ну-ка, как это работает? Отлично. Хилим, хилим, хилим. Хилим? Или ничего? Ну, не знаю. Вроде бы как бы все получилось. Итак, динары, заклинания. Еще заклинания. Опять мне снова этот... вырубку этого леса. Так, а это... То есть мы оборачиваем... превращаем трех врагов в... в овец. Давай-ка выберем. Так, и можем улучшить. Мы можем улучшить. Значит, улучшаем производство на 25% шахты, да? Давай попробуем. Значит, у нас здесь один отхил остался и... и все. Ну, кстати, мне нужен лес. Вот что мне нужно. Это хорошо, конечно, но мне нужен лес. Может быть, сейчас просто взять и высадить здесь лес. А здесь колодец, например. И таким образом мы можем как-то... А потом, если что, уберем. Что нам больше нужно? То. Как бы пшеница сейчас, запасы пшеницы есть... А руда нам мне не нужна. Хотя я могу... Подожди. Хотя я могу. Снова их много, наверное, да? Давай-ка сюда. И знаешь, о чем подумаем? О лимите. О лимите нужно больше бойцов. А ну-ка. Ну, благодаря хилу мы, наверное, и выжили. Динары и торговля. Вот, мы пришли в торговлю, где мы можем за динары что-то прикупать. Золотое поле. Интересно, как это? Производит одно золото, а что, 5 пшеницы в то же самое время, хотя с меньшим эффектом. Не знаю, что-то. Но это... Рынок, это фабрика, кирпичная фабрика. Это золотая шахта. Слушай, мне вот это, наверное, надо. Я так думаю. Значит, я могу купить руды сразу. Я могу дерево купить, винограда могу сразу купить. Я могу вот эти артефакты, которые постоянно будут со мной. Это отхиливает сразу твое войско на 20% при каждой волне. Слушай, ну это двойные стрелы. 6%, правда, штука. Слушай, ну вот это вот я, наверное, возьму. И все, я не могу это поле. Ай-яй-яй. Что я наделал?
Ну ладно, а что я здесь могу? А эти заклинания? Торнадо, вот это что-то я... Призывает. А ну-ка, давай-ка... Давай-ка посмотрим, что это такое. Ладно. Ладно. Мне нужно дерево, ребят. Мне нужно дерево. Давайте быстренько дерево добыли. Кто у нас сейчас придет? 7 гоблинов, 7 бандитов. Дерево добыли? Дерево добыли. Увеличили размер войска. Быстренько их как можно быстрее построили. Потому что сейчас, наверное, будут... Я не знаю. Сейчас будем призывать. Посмотрим, что это такое. Как это работает. Как это работает. А еще мне нужно вот что. Мне нужна еще хижина. Но для этого мне опять же нужно дерево. У меня сейчас с водой проблем нет. У меня сейчас... А ну-ка, давай-ка я вот это уничтожу. Да? А сейчас сюда посажу дерево. Чтобы это была дереводобывающая станция. Вот. Сейчас вот так мы сделаем. И вот так мы сделаем. Так, а интересно, а ну-ка. Что оно будет делать? А, ну просто их отвлекает, да? Оно их отвлекает. Оно... Наверное, так. Динары? Лесопилка. Постоянная, в общем. Постоянная, постоянный лес. У нас будет... Ну, давай возьму, я не знаю. Посмотрим. Это бараки. С мечниками. Это лучники, между прочим. Но здесь нужно золото, это проблема. А вот здесь как бы эту проблему мы можем решить. Здесь кирпичная фабрика. Ну, вот я, наверное, вот то, что мы сейчас можем, это я возьму. Это не знаю что. Давай-ка что мы будем... Награда, ресурсы. Давай вот это, начнем от чего-нибудь простенького. Вот заклинание пускай нам будет. И много динар мы возьмем. Много динар, да? Много динар, много денег. Надеюсь, мы доживем до какого-нибудь рыночного торга. Так, еще появились. Молодцы. Начинаем работать. Сколько у нас сейчас 7 гоблинов-бандитов придет? Так, секунду, нажму на паузу. Хочу посмотреть. Блин, я дойду когда-нибудь? Мне нужен стол, наверное, исследование. Это тоже немаловажная штука. Где мечники? 58 дерева. Давай-ка дерево, быстренько. Давайте нагребайте дерево, сколько можно. У меня сейчас воды нет, вот в чем проблема. У меня сейчас воды нет. С водой сейчас проблема. Я ставлю сюда лес. Так, чтобы. Вот. Так, а ну-ка я взял. Но только я сейчас не могу их производить, потому что у меня все забито. Так, хорошо. Допустим. Блин, а поле? Я немножко, конечно, уже начал, мне кажется, что-то не то. Что-то не то идет. Ну ничего. Мы справились? Мы справились, мы получили ресурс. Только нужно что выбрать, что нам нужно. Давай выберу... Это мы все добудем, кроме винограда. А вот кристаллы не добудем. Выберу кристаллы.
наверное, может, они пригодятся в дальнейшем. Я хочу... Вот это как-то можно отменить, например, просто не делать крестьяна, сделать мечников. Но, скорее всего, придется просто заменить. Просто заменить. Для этого мне нужны сейчас ресурсы. А, подожди, или я не могу построить? Только одну я могу строить, получается, да? Один мечник у меня. А, ну ладно. Один, значит, один. Так, золото мне нужно, может быть что-то приторгануть. Я, правда, не знаю, зачем оно мне. Так, ну что, мы побеждаем или нет? Ну, среди вас мечник. Так, где вы? Где вы, курсоры? Заклинание Армагеддон Торнадо. Давай Армагеддон выберем. Армагеддон пускай будет. Ну, я эти заклинания, наверное, приберегу для какого-нибудь, может быть, случая. Он же обязательно придет, этот случай. Так, а это что? Угу. Значит, стоит она у нас 10 золота, да? Угу. Я могу сделать... А, то есть... То есть, скорее всего, я могу выбрать, что это будет. Да, наверное, так. Но было бы это что-то вооружение какое-то. Вот здесь как бы непонятно. Может быть, пока поставить, чтобы это было так. А ну-ка, давай. Так, еще один мечник, красавчик, пришел к нам. И еще один будет мечник, да? А чтобы увеличить войско, ну, нужна древесина. Еще один мечник пришел. Так, а ну-ка, давай-ка копаем. Копаем, пока мы не накопали. Слушай, наверное, пришло вообще время. Я хочу, чтобы оно пришло когда-нибудь для того, чтобы мы... Сделали вот этот вот стол исследовательский. Это все-таки необходимо. Что там будет? 7 гоблинов. Ну, должны справиться, ребятки. Должны справиться. Идите и справьтесь. С ними. Со всеми. Семью. Ну, суровая, конечно, битва, я чувствую, будет. Но что делать? Ничего себе. Может, уже пора Армагеддон? Так, 3 овцы. Ого. Ничего себе. Так, ладно, а ну-ка здесь поставим воду. И здесь поле пускай будет. Так, а ну-ка стол. Подожди, что я поставил? Это не то, что я хотел удалить. Где стол исследовательский? Мне нужна вода сейчас в больших количествах. Мне нужно этот стол посмотреть, что это значит за стол. О, исследования очень медленно идут. Очень медленно идут. Давай-ка увеличим войско. Наверное, это будет то, что нужно. Ммм.
Блин, лучники это, конечно... Ну, что могут сделать крестьяне? Что они могут? Хотя их уже количество такое приличное. О, торговля. Ну, ха, торговля. Ничего себе, это что мы сделаем? Скорость атаки, да? Останавливают врагов. Метеорит. Метеорит должен быть всегда у нас. Ну, в общем, когда умирает, бонус атаки. Это тоже как бы полезная штука. Вот, для рыцарей дамаг увеличивает этот. Возьмем сразу. Что-нибудь по стройке. По стройке. Бараки возьмем, да? Бараки возьмем, чтобы их потом построить. Я думаю, что вот этот вот... Это лесопилка и деревья увеличивают дамаг, ну, врагам, когда они работают. Какие-то случайные 4 артефакта. Слушай, ну случай это хорошо. Случай это хорошо. Давай вот это возьму. Не знаю. Надеюсь, не пожалею. Ну что, мы исследовать будем или что мы будем делать? Вот так поставлю. Так, а здесь у нас... Что должно быть? Дерево. Блин, опять войско идет. Да ты смотри, что... Что они затеяли, а? Вперед, ребята, вас больше. Так, отлично, динары. Здание. Ой, какой-то университет магии, винодельня. Какая-то драконья штука. Печь. Но у меня столько денег даже нету, ребят. Столько денег нету, вы что? Давай, вот что-то маленькое, что-то маленькое. Потому что что-то серьезное я прям не знаю. А здесь уже смотри-ка, здесь какие-то гоблины... Пострашнее будут, между прочим. Давай вот сундучок возьму. Я пока... Что такое? Пока сильно рисковать не готов. Так, я могу... Моих мечников. Сделайте мечников. Кстати, я же... Вот, бараки. Давай-ка снесем сейчас. Снесем вот это вот. Только мне нужна руда. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне нужна руда. Ну, в принципе, не за горами, когда она и будет, эта руда. Так, а чтобы зрение увеличить, здесь... Вот, я и забыл про это. Золото нужно. Золото наторговать, и все будет. Ну? Строю. Отлично. Сейчас мечники, только красавчики. Одна надежда на вас, на мечников. Получили, что мы получим? Ну, металла вот нет, выберу его. Пшеницу мы добудем. Где мы возьмем металл? Нигде. Пока таким образом. Все. Нет, подожди, не все. А почему 8? Почему не 11? Почему не 11?
А? Почему? 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 Ладно, не знаю почему. Вот здесь уже серьезный какой-то босс, что ли, да? Гоблин-босс идет. Надо подготовиться, ребята, к встрече. Так, лес. Может потому, что... Ладно. Артефакты. Тут про крепость, когда у нее 0 хп, она получает еще, да? Ну давай, не знаю, вот этот выберем. Исследование. Все-таки мне интересно, что это такое будет. Ну, что-то исследовали они? У меня пшеница закончилась. Я пока не пойму, почему... У меня лимит. Так, еще какой-то на динозавре скачет. Чего себе. А он прям заходит. Ой-ой-ой, они нас просто перебили. Просто перебили. А почему не строится? Или для их строительства необходимо что-то? Необходима руда, да? Так вы имели в виду, да? Так вы хотели мне сказать. Ладно, не знаю, возьму виноградник. Я так понял, что нужна руда, наверное, для строительства этих. Ну да, надо пшеница и руда. Пшеница и руда. 10-12, тогда будут мечники. Поэтому нужно... делать это быстро, блин. А, черт. А быстро уже не получится. Вот так. Только так получится. В овечек их превратить. Да. Ну что ж. Как я... Поздно я досмотрел. Поздно я досмотрел. Ну и странно было бы, конечно, если бы ничего бы это не стоило. Так, а это что у нас? О, Инферно призывает. Интересно. Давай-ка возьмем. 63. Еще что можно взять? За 63? Ничего. Хил? Ну давай хил возьмем. В общем, на этом мы и остановились. И дальше меня ждет босс.
Не знаю, как мы его будем встречать, этого босса. Давай вот так вот собираю, чтобы здесь и пшеница была, и руда. Да. Ну, влипли, а что делать? Влипли. Крестьяне ничего не стоят. А, нет, пшеницу они строят. Каждый крестьянин обходится мне пшеницу. Но пшеница-то ладно. А вот железная руда, это уже посерьезней. А за золото я мог бы, например, купить руду? Ну, наверное, нет. В обратном порядке не работает. Артефакты мои. Так, армия моя, поле. Так, сюда. Опа, босс идет, вперед. Инферно. Так, а ну-ка. Жги его. Отлично. Инферно нападает. Так, быстренько ресурсы. Все заклинания свои выбросил, которые только можно. Слушай, ну босс, конечно, красавчик. Мы немножко продержались. Но это вам маловато. Нужно бы, конечно, и зрение было бы подкачать. Ну, блин, с боссом я вообще один на один тут, бедный храбрый мечник, вышел сражаться. Что он может сделать? Что он может сделать? Нет, я думаю, было бы нормально, если бы я сразу понял, что стоимость их... Вот такая вот. Ну а теперь ничего не остается, как смотреть на то, что наши стены, как они скоро рухнут. Эх, было бы заклинание какое-нибудь. Может, крестьян просто? Так пшеницы нет. Давай-ка сюда, наверное, сейчас снесем вот это. Возьмем сюда поле пшеницы, посеем. Хотя бы пшеница у нас была. Давай, крестьян. Пускай они, может, как-то его сдержат хотя бы. Он их просто разбрасывает в разные стороны. 28 хпшки уже осталось. Эх. Ну, в общем, да. Что ж делать? Ну, я думаю, что с ним, в принципе, не сложно было бы исправиться, наверное. Нужно, кстати, выстроить, наверное, так, чтобы здесь была клеточка пшеницы, чтобы добывать все сразу. Вот, например, вот так вот, пшеничку сюда. И тогда бы добывалась и пшеница, и строились бы... О, это сработал артефакт, но, блин, что он может сделать? Хотя пол хипешки мы его сняли. А еще, конечно, вот это видение было бы совсем отлично. Да. Проиграли. Ну ничего, ничего. Мы старались. А в принципе так интересно. Интересно. Я думаю, что интересно, да. На релизе было бы поиграть. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.